Уходишь, Да, я уходишь. ухожу. Да, мне Старик, обязательно кто-то надо было пытался прыгнуть. меня укусить. Меня уже до этого укусили, если что. Салам Просто в алейкум. чем дело? У меня цель была, блядь, я подбежал, ее кто-то укусил. Но я давай, короче, по своим клацать всем. Shift, Tab переключаешь своих союзников. И любого кусаешь. Вот и все. Все, можно убегать. Да, иди, конечно, если тебе надо. И пошечка прилипнет. Или... Ты не ливай. Это я тебе начислю. А, ну, все, ладно, спасибо. Так, сейчас. А ты ему сейчас начислишь, чтобы потом не отнимать, да и окей. Да, не, я так выйду, он будет видеть, что я... Да, чтобы потом не отнимать, начисли, да и кикни, но он офнутый будет все равно. Ну или так. Заходи. Че, мы еще бомбу эту хуйню тратить или че? Ща посмотрим, если люди какие будут с гильдии, пойдем дальше. Если нет, то... Ну, если с гильдии ты никого не доберешь, то смысла нет. А у кого Xperl есть? Может, в Xperl можно эту хуйню настроить, а? Как-то, ну, типа, чтобы отображалось, как в Вуду. Нету такой темы? Что именно? Ну, вот, допустим, там, на боссах, на всяких, там, укус или, там, метки какие-нибудь. Ты смотришь, блядь, отключи все фреймы вообще, и смотри, челик, он, блядь, светится другим цветом. Да нет, я хочу именно под аддон, чтобы просто у людей некоторые играют вот с Xperl, там, и, допустим, им сделать, чтобы они видели эту хуйню в аддоне. Хиллботе показано. Ну, блядь, я без хиллбота лично играю, может кто-то тоже без хиллбота. Блядь, ты видишь, что на ком нет дебафа, но тебе же его надо найти все равно, что этого человека. Показывает, куда бежать к нему. Не знаю, я все укусы раздал, блядь, идеально. Биг Бабл, да, зашел? Ага. Я бы тоже укус не проиграл, просто предупреждаю, что кусаю мага, блядь, и целенаправленно ищу ее. И тут просто такой подъебон, блядь, даже через... Да его до этого уже укусили. Просто надо заранее вам по укусам раскидаться, кто кого будет кусать, и проблем не будет, и все что. Я с собой с 10% агро укус забрал. Я охуел в нем. Пусть к укушенным людям подбегают те, кто не укушен сами, чтобы не укушенные бегали искали, а укушенные будут дамажить, а кто не укушен, хочет укус получить, подбежал к укушенному, стоит, получил укус, там чуть отошел, потом так вот все подбегают. Я понимаю, давайте метки расставим, ребят. Ну а хули, если у людей не получается, что теперь? Первые 8 укусов я и так распределил, и так укусил. Блять, там 16 сложнее. Ну, 16 проговорить это дольше было. И там бывают всякие ситуации. На 16 укусов. Кто-то где-то с лужей побежал, блять, кто-то где-то с пактом сбегает. Я-то вообще в танк, мне-то похуй, как вы хоть хотите, метки ставьте, вы же укусы передать не можете. Ну давай мы сейчас тебя спекнем, на покажешь. Давай. Я как раз квест хоть сделаю. Чё, пугам, я думаю, нет смысла писать, да? Что именно? Сланы. Вот, разролил ты им, 17 минут ты говорил. О, да, кстати. Разролил там первых боссов пару. Роль щит. Прикольный щит. Так, ты мне писал на хпала?
спекайся, хпала покажи. Поезд дальше рулим. А он писал, что он в хиле идет, этот пал. По хила ролит. Да, писал. У него кроме Т5 все остальное говно. На танка только одного пуга добрал. У нас перекур или что, кстати? Сейчас шмот разрадится. Давай, или нет? Нет, или только разрол просто. Чё, ты волю-то продал этому палу или кому там? Нет еще. А где он? Куда он делся? Короче. Волю покупать всё. Кто-то будет? Пол у нас. Шкаф дайте, давай засунем. А лич уже тут все. Блять. Не будут, разрулишь между своих и все. Еще не хотят. Ставлю, давайте фурба. Да, это самое. Ты писал, что на инх ролишь фоджи или на кого ты собираешься, я не знаю. У тебя LM вроде. Так, помню. Ладно, поехали. Две печеньки. Никитос еще зашел вроде, да? Привет. Привет. Да, заехали. Так, прист. Так, а воля-то нужна была как раз персику, и он ушел. С гильдии еще кому-то нужна воля? Ну, мне нужна была тоже.
Кто с гильдии ушел? Блять, это продажный рейд, вы не в курсе, что ли? Не, ее же не покупают, он говорит, никто не хочет покупать. Если покупают, то покупают. Он 15к пишет. Давайте ему или нет? Давай лучше он Делорус. Делорус? Точником. Да. Забей, занролишь. 15к не надо, ханту, да? Забей. Даю Делорусу. Делорусу. Не хотят. Более анрол, если что, уже ушла. Есть, дай роги. Это тот же рог, что ли? Нет, это другой. Другой. А вон... Все, давайте рыбу, бафы и погнали. Сейчас пару шмоток еще. Сколько там по времени на тех шмотках? Так, значит, 37 минут. Все, остальные... Хватит. Значит, остальные потом. Готовность. Кого второго на пол? Бигбабл заберет уже. Сейчас заберет он. Но... Он так и так заберет, наверное. Все, даю готовность. Ой, отчет. Погнали. Это было неразумное решение. Старика следующему укусишь. Краска, блядь. Что ж ты стоишь? Знаешь, я выбежал, а другой милик не выбежал, понимаешь? А. Пока тут. Краска, на крыльце останься. Я тебя укушу сейчас. Начинаем представление. Да я за тобой бегу, старик. Я за тобой бегу. Да отдал я его укус. Ты хиливайте. Не отдал. Пока тут Женька рез. Сразу его захильте. Пока тут Женька. Сразу захилил. Через 20 секунд в левую сторону выберешь. Ага. Я личталкера укушу. Все, беги сюда. Че, уже все? 7 секунд. Чё, иди.
шанс. Сейчас сокру готов. Мастера все. Т4 отдал. Подкаст надо. Сейчас отдал что? Рейндж. Режимки. Бедняжка, ебать, она рассыпалась. Я укушал. Это чтоб ты меня укусил, прыгай. Тени выносить. Ероди. Там уже убили. Ты серьезно, блядь? Да все, уже добили, нормально. Ну, меня тоже убили, блядь. Да, Лёха, я тебя дам с собой сказал, чтоб ты меня укусил. Зачем? Чтоб мелик, ты меня укусил. Чтоб ты меня укусил. Так я... Ты при чём тут я? Я укусил-то, не тебя. Я просто лич сталкер убил. В контроле был. Дальше пошли. Сколок дал, если чё. Лёш, я себе ноутбук купил, теперь я в рейды буду ходить почаще. Любого, ребята, это сказал. Я вообще в общем. Типа, мол, лич проебался, в рейды не ходит. Че я подумал? Ну, опал, кстати, поддоначенный такой он, поэтому на холика ролит. Там как бы вопросов не должно быть, думаю, вот же. Я спек его посмотрел, холипала, есть спек холипала. 245-й который? Да почему 245-й? 265-й, он у него фетиш доначенный. Я другого опала, значит, сделал. Термион, он это, на холика говорил ролит, сначала инста мне сказал. Как бы, блять, вопросов нет. Сразу думай наперед. Вот ты на синдре будешь меняться. Да вроде смотри, тени выносили все. Хуй знает, кого тут менять. По крайней мере, такой, как сейчас, рейд уже можно захуять. Че, куда звонки делал? На лук. Хорошо. А че, стаунтите на себя там? Уже бесполезно. Сводите. Слышишь, Вольт, кстати, твоя тактика не работает. Как? Бежать к челикам и прыгать, или кто говорит? Чтобы тебя укусили. Прыгать, чтобы укус дали, что? Нападай, гроза блиц.
На мне такая хуйня не прокатит. А кого ты укусил? Хоть ты прыгай, хоть ты нет, мне до задницы их. Я укусил РДД зону, которая на вздотке может бить, пока вы стоите в камере. Я тоже мог бить, у меня фаза молотков была. Да что ты, ну, что ты так кипятишься? Что он не человек, что ли? Сейчас пикнем. Не кипятись, что ты так зачем-то паришься? С кем? С Герой забегал. Кто он знает с кем? Чё-то сводить плохая идея всё-таки будет. Это же я в Ере. Так, два полководца, чё ты дома? С Геры заберёшь, конечно. Не нужен никому. Я бы переживал за обычный шмот, если бы... Ну, если бы в другой гильдии был, а за это в смысле? Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного... Шаманов, вон, ДВ-шно в рейде, звезду похилит. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Не заходи ты. Бля, это уже 4-я 25 обычка. На этой неделе. И это еще не конец, еще две стоят. Жесткие. Нет, при этом что? Ты, Каня, заходи. Знаешь, при этом что еще в ДВ рейде и вечернем рейде закрыта ЗС ОКО обычка, ЦЛК ХМ-ка и РС ХМ-ка. Полностью. Осколки собирает сразу 6 человек, блять, параллельно. Не, ну это ж логично, а чё ждать? Этот терминон в рейде, блядь, Диси. Да, он тут рядом даже где-то. Плюс они что-то в рейде. Это самое, спиканись холипала, похиль вместе с другими холипалами, валь. Ролит на холипала, а на рептика как на успек ролит? Ну да. Так, остальные хилы на рейде. Старого зачем? Зачем его напрягать? Пускай дамажит. Или чё? Зачем, блядь? А кого тут бить вообще? Какой нахуй старый? Вы чё гоните? У вас 2 хэпала, блядь. 3 даже. 3. Чек на пол. Я лучше буду ману восстанавливать, чем ее хилить будет.
сдаёт чё. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Жир, когда умирает, сразу уехал, я вспоминаю. Маг, накинь исцеление в маге. Денчик, Гера, если нужна будет, напишешь. Подадала. Ну и нахуя? Тоже вопрос, блядь, такой. Что? Что да тут мохнатые балуются. Совы, в смысле? Ну. Это Холипалы за звездой. Он говорит по часовой. Блять, значит по часовой. По часам знаем, как стрелки ходят. Видишь, сова летает. Че ты там как они летают? О, Лех, у тебя опять СХ подрубился. Что там хилить, что не хилить, не знак. Ощущение, что стоят хилы, вреди отхилывают. Че, у ромбика не получается стаки собрать или что? 13. У Денчика 28. У этого 25. Так, бьемся. Ауе, разлейте сразу. Сейчас я повихрю. Червь. Вот. Разгрома свечники. Ты чё там, Лёха, курил? Червей вихревать — нормальная система. Тебя Афоня укусил, что ли, или чё? Стоп, хилов, блядь, не съели. Там вы найдёте спасение, герой. Он всё тоже любил этих червей. Ты по ним грозу бахай, и там скорость атаки будет замедляться. Да, это символ. А шаркари вихрюется на лече? Да. Уф. Нахера вы бьёте большого? Видите, он, блядь, подавление. Видишь, большой детачмент. Заберите, маг. Я излечилась! И Зера открыла портал. Да, что ли? Да. Ну, слабо хулипал тут, конечно. Не знаю, летал неправильно. Чё? А на чё квест был? На второго босса.
На Джайна. Джайна. Маешечка. Джайна квест. На Джайна. Сегодня вечером будет. В смысле, вы в этом вечернем... Не знаю, пора уже акции проводить. Ну, у нас вчера арта не было, а у вас было. А у вас Джайна сегодня, да? У нас осталось Джайна и РСХМ сегодня. Но у нас вчера арта не было. Мы целка полностью, кроме Джайна, закрыли. За СОК, за четверг, пятницу. Вот, я стал Джайна, только и РСХ. А ребята, что мы добили? Сейчас, подождите, все ждем. А чё Рога сдохший? Кто-то вчера сказал, что мы теле трупами закидали. Подожди, не смей. Вчера твой лут в РСХМке падал, слыхал? Да слыхал я, хули, я вчера в автономку ушел. Я ж предупреждал. Короче, 2-3 шмотки еще разролю сейчас. Ладно, давайте этих жуков убьем, как раз время будет. Чек. Пошли в комнату. Заходите. Лок, маг. Не стойте. Жуков, комнату зачистим. Маг, прием. Как там он Мишки Чарш называется? Натиск, наверное. Звериная атака, что ли? Звериная атака, медведь, ну как-то так. Таланты открой, таланты же он. Звериная атака. Как что-то я там не вижу никаких слов. Лёха, блин. Нормально, чтоб миликов не убило. Вообще сову нельзя давать в руки. Самая полезная сова в рейде, да? Этот рывок, в смысле, он станешь ли? Нет, обездвиживает. Поешечка. Да, найду ее с первого раза, что ли? А вот это 200-я, что ли? Да, да. Ты что думал? 100 голд не лишний МГБ будет. Урон не проходит, когда в этом моб находится? Там вообще, вообще невосприимчивость ко всему. Не, я имею в виду... от моба. Нет, да нет, конечно, как но он стоит, ничего не делает, да, и невосприимчив ко всему, и ничего это сделать не может. Если ты даешь игрок, это можно бабл. В чем цели, да? Угу.
На леди, говорят, норм тема. Корни, да. И мод моба. Вообще замечательно. Алиса, ты какая-то гениальная мысль пришла. Совы могут делать так, чтобы рейд не дом. Если 25 сов взять, ты вообще пиздец. Не 25, 10 хватит. Неуязвим рейд просто. Если были бы такие боссы, которые от старости умирают, тогда можно было бы... А чё, нормально, прикинь, одна сова сорвала и в кота, и по спринтам, потом другая сорвала в кота и по спринтам, и так по кругу. Остальные стоят хуярят Старфолом. От старости, говорит. Ты хочешь сказать, что сова не дамажит? Он неплохой ДПС даёт. Там мобов потерял сейчас. Ну, они нам пизды идут. Куча паладинов, гнев небес, только не одновременно. Фалфа не захил. За сейв там. Я лагаю. Зубы на ДК. Лови моба. Мобы идут. Одного воскал. Корни по второму. Где мой тайфун, блять? Не хрюй. Нет! Звездопад. И нормально. Видишь? Видишь? Второй засейв. Мам, смотри, какой маг здесь даже есть. Сам специально сделал, чтобы отбегать на синдре. Кошка. Кошка стрин, блядь, с одной клубой. Это чтобы на синдре отбегать от салона. Правда, тут есть олень еще, и вернак. А сколько пугов тут кто-то может посчитать рейд? 10. Ну, некоторых я считаю тоже пугами. Или потому что они исполняют. Тогда ты ошибся, тут наоборот, 10 не пугов. Дракончика бьем че? Ну чё, смелее, давайте танки. Танки боятся, босс. Я про них забыл. Ну, видишь, я в олене бегаю, то не... Давай. На профи кто помнит, были вайпы, нет? Нет. Не было. На профи был коват, танк, еще кто-то, по-моему. Ты слабое звенья ищешь? Да нет, просто спрашиваю. Там был пиздец, но вайпов не было. А что-то будет пиздец. Синдру спулили, да? Как спулили? Он и не бьют. С неба что-то падало, по-моему. А это хуйня падала с иней пускал. Пока хуеплетов этих не убьешь, синдра-то не спулится. Ага. Что-то, говорит, с неба падало. Не знаю, я просто начал получать урон непонятно с чего. Ну лужа, ну вон беленькая. А, нет, дыхание от этого. Дыхание было в рейд. Ты еще скажи, лича спулили? Я ж, короче, бабл прожался с меня. Че там? Короче, кто не шарит, что на синдре надо делать? Таких. Да, с пугов сразу синдра лич, кто не знает тактику. Пусть они тем не вредят.
А чтобы пацаны не терялись, типа с понтом они не одни. Чтобы не сыкотно было, да? Вот этим троим сразу начисляй. ГТшку, да? Да, за наёбство. Скалозуби, клич минус. Ты не ДПСишь, что-то бегаешь просто так. А, ты холипал, я забыл, что ты холипал. Клич минус. Подумал, что холипал, бейте, не умею. Это самое, блядь, захиливаемся. Сейчас разролю пару шмоток там, чтобы сильного времени осталось. Заодно на всякий случай оживишь в некоторых умах, блядь, тактику на этого босса. То тут, блядь, половине я не уверен. Так, ставлю звездочку. Шмотки ролим. Звездочки обмен. Че ты, сколько ролик будешь? Минут 5 есть? Да. Значит, тем, кому не нужен шмот, 5 минут перекур. А, уйти надо. Ну, будь здоров. Давай, тебе спасибо. Это самое, значит... Еще раз повторяю. 5 минут перекур для тех, кому не нужен шмот. Сейчас идет разрол. 5, 6, 7 шмоток разрали его. Так, погоди, кто мне кидал ролл? Ага. Успех. Основной спек на танка надо кому-то? Руфани там или кто? Нет, нет, не надо. На оф спек рольч. С края танка спек есть? На половину. Спасибо. Так, роги там не было. Это параша надо кому-то? Ага. Так, токен. Так, а я чтоб потом не запариться? Пока ЕПшку поначисляю за пройденных. Спасите еще тело в гильдии. Желательно хил. Желательно еще два даже. Так, Женя. Со спеками. Там, допустим, тот ретрик, который бегает, лучше его холипал, спек лишний, ПД, кастер. И может похилит мне хоть что. Это вообще шлак на транс. Так, вот эту рольте. Барфорты. Ну это старик ускаешь. У меня нет прав и поначислять. Офспек шея не надо никому. Кого что надо? Женек пишет, что-то потом зайду на шаму кинешь. У меня прав-то нет. Так. Прист.
О, да, блять. Так, я тут так думаю. Агресс Шадоу, какой спек второй у тебя есть, ДЦ? Нет, нет. Так, нам понадобится хил, наверное. Сядь, есть хил у тебя? А куда ДЦ ушел? Ушел. Нам налечат, а ДЦ надо. Хотя... С полена есть неплохое. На лечение обязательно цель. Это ж не хмка, ну. Если остальные хилды нормально одеты, то там не обязательно. 5 рестор друидов было время. Короче, Скалозубик тактику на лечение знает. Не знаю, как на лече будет. Сейчас пока Синдра, так что давай Синдру, а потом уже. Так, Синдру, наверное, старого спекать, похилить или чё? А сколько у тебя хилов? И кто у тебя хилов? Пока тут друид, Денщик, Фоджа, этот мосс, шаман, и Скалозубик, вот, который на Синдуру тактику не знает. Два хпала, Эршамбр, друг. Еще одного надо обидеть. Че, старый, похилишь? Мне похуй, как скажешь. Давайте деваться. Я займу друидом лучше, а маг просто постоит где-нибудь в стороне, мертвый. Ну давай. Старый, пронесло. Короче, будешь с одного этого, с друида хилить, с мага дамажит, переключаться. Да, попробовал. Не, спасибо. Давайте лучше мёртвое постою где-нибудь. Да, не, не мёртвое. Пускай живой твой маг стоит где-нибудь в стороне. А если будет глыба, я не успею с окна на другое окно перепрыгнуть. Вот под Синдрой, под Синдрой. Да ёпти, сдохни твой маг, когда Синдра притянет. Давай плюсуй Синдру. Я буду себя хилить. Ты не переживай. Давай, давай, присутствуй. Ставьте шкаф. Лишняя освобожденка будет. Да, посередине пускай под боссом стоит, там, блядь, все равно на глыбах все отбегут, а если его даже... Дайте саппорт, пожалуйста. Ах, тык на сумму. Там тебе саппорт. Хочешь спокнуть, выпейте. Кто там у нас продает? Кто там? По 5000 кто-то продал. Вам вот так запрос за 5к. Да. Рыба стоит? Блять, ну и дренолет у тебя. Кто не хочет сдохнуть и вылететь, сиди, да, выпейте лучше запрос. Поможет, блять, на все 1000%. Не сдохните от притяжки, вероятнее всего. Не сдохните даже от того, как будет плевок этот лететь. Это окупится, да, им по-любому? А вы уже ставили рыбу или нет? Нет, сейчас я поставлю. Кто кулаки бафал? Бафните кулак. Все, ешьте рыбу. Леха, подходишь уже, да? Все, поставил. Да.